А вы знаете, как из сказки сделать реальность? Для этого вам понадобится музыка, хореография и театральное мастерство. Одним словом, балет. Сейчас на этой сцене начнется спектакль «Принцесса на горошине», в основу которого легла одноименная сказка. Эта сказка легла в основу балета. Ну, во-первых, это сказка Андерсена. Андерсена знают очень многие дети и во всем мире знают. Музыку написал Моцарт. Моцарт не писал балетов. У него просто было очень много хорошей музыки, и мы выбрали из, наверное, 60 или 70 дисков фрагменты, которые более ложились на танец, чтобы артистам было и детям танцевать удобно. Сложно ли двигаться на пуантах? В данный момент уже, наверное, нет. Конечно, когда ты начинаешь учиться балету, это когда тебе 10-11 лет, ты встаешь первый раз на пуанты, это, конечно, сложно. А сейчас это уже абсолютно обыденно и нормально для тебя. То есть это как обычная обувь для обычного человека. Чем полезен балет детям? Полезен тем, что дети слушают хорошую музыку. Они воспитываются на хорошей музыке. Балет – это не только музыка, танцы и театр. Это еще терпение, труд и красивые костюмы. Вот бы нам, Саше Егоровой и Арине Жуковой, научиться превращать реальность в такую сказку.